Всем хай, дорогие друзья! Сегодня продолжаем проходить метро 2033 редакс версию. И есть такая проблема: со вторым выпуском Что случился пытаешься казус, он тащить на будет землю? перезаписан И что и с тобой за пацан? залит позже, так Слышишь, как вначале, а может все там так вот и немножко сойдет? кривая запись, Конечно, очень пойдем поболтаем. сильная. А Мне вы нужно без будет мата перезаписывать, летайте. поэтому в ближайшее время я займусь этим, а пока мы наслаждаемся третьим выпуском. Мы уже дошли до Ганзы и нашли своего попутчика Бульона и прошли на Ганзу. Ты двигайся! А, ну ладно. Я думал, это типа нужно слушать. Стоять! Я с тобой разговариваю! А я с тобой нет. Я хочу заметочку взять. Я с тобой не разговариваю. Я хочу... Все Блять. нормально? Так, тихо. Дневники, вот он, базар. Кстати, одной из главных целей у меня стоит это собирать побольше заметок. Я хочу прочитать все заметки. Да, без Бурбона мне бы сюда ни за что не добраться. Он везде как дома и с местными... И с местными знаком. Правда, как я и подозревал, у них Бурбону, кажется, какие-то старые счеты, но он, похоже, сумел с ними договориться. Впрочем, неудивительно, ведь проспект Мира принадлежит Ганзе, торговому союзу, станции, кольцевой линии, самому богатому из государств метро. Ганзейцы обеспечивают свое богатство торговлей со всеми остальными государствами и больными станциями. Больше всего ценят прибыль. Бурбон, думаю, подводил их в прошлом. Но теперь пообещал расплатиться с процентами. Только вот про них, как говорят, лучше быть в долгу у черта, чем у Ганзы. Не знаю, как Бурбон от них откупится. Кстати, я могу сказать так, что в книжной версии, по идее, Бурбон должен был умереть, и нас должен был спасти Хан, вытащить из этого туннеля. Ну, в общем-то, Теперь этот твой момент выход мы увидеть. опустим. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, Добро, добро, шевели добро. булками. Этот меня вечно подгоняет. Покою Или не ты дает. хочешь остаться с этими красавцами? Какой он Следи за точный. языком. У них у всех прям такие скулы жесткие. Бля, мы Мужские. вляпались по самые помидоры. Никакого гейса, только мужской секс. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам Ну а ты видел, что это будет? Нет? Может, это вражеский шпион? Теперь ему все о нашей обороне известно. Все слабые места. Там прямо захватит тоннель. Сожжет, что сожжет. Перережут по свету. Я там давно уже был. Не знаю, как теперь, но раньше там население... А ты не слышал? Странная история с ним. Странная и страшная. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в тоннели и не возвращались. У них, правда, салаги-разведчики, не то что наши. У них ведь и станция поменьше. Народу там не столько живет. Жило. Так вот, стали, значит, у них пропадать разведчики. Один отряд ушел, и нет его. Сначала они думали, что он задерживается. А у них там еще тоннель петляет. Ну, совсем как у нас. И ни дозором, ни тем более со станции ничего не видно. Сколько ни свети. Таких нет и нет. Полчаса их нет, час их нет, два их нет. Казалось бы, ну уж где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им ведь и запретили дальше идти. Да они и сами не дураки. А, это В общем, история. так и не дождались. Послали усиленный дозор их искать. Ну, те их искали, искали. Эту Кричали, историю кричали. рассказывают в начале Но книги, все то, же. что люди, Нет, которые заходят за пропали. километры, пропадали. Ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо ведь что. Слышно ничего не было. Ни звука, и следов никаких. Ну так вот, но стрельбы слышно не было. Те решили, что разведчики, наверное, ушли от них, недовольны, может, чем-то были. Ну и сбежали. Ну и шут с ними. Хотят легкой жизни, хотят со всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими, пусть себе мотаются. Так и решили. Так им проще было думать спокойнее. А вот про А через анархистов я неделю... никогда не слышал, это довольно-таки интересно. Еще одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были за 700 метров заходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа, как в воду канули. Тут у них на станции уже забеспокоились. Это уже не порядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уже надо что-то делать. Меры, значит, принимать. Но они выставили на 300 метре кордон. Мешков с песком натаскали, пулемет установили, прожектор. По всем правилам фортификации. Послали на беговую гонца. У них там с беговой из 905 года
Конфедерация. Раньше Октябрьское поле было тоже с ними. Но потом что-то случилось, никто точно не знает, что авария какая-то. И жить там стало нельзя. И с него все разбежались. Ну да, это не важно. Послали они на беговую гонца. Предупредить, что что-то неладное творится. Я помощи, в случае чего, попросить. И не успел первый гонец до беговой добраться. Дня не прошло. Они еще ответ обдумывали, как прибегает второй. Весь в мыле и рассказывает, что усиленный кордон их весь перебит. Ни единого выстрела не сделав. Всех перерезали. И словно во сне зарезали. Вот что страшно-то. Ведь они и не смогли бы заснуть после всего страха, не говоря уже о приказах и инструкциях. Mm-hmm. Тут на беговой поняли, что если уж сейчас ничего не сделать, скоро та же петрушка и у них начнется. Снарядили ударный отряд, около сотни человек. Пулеметы, гранатометы, профессионалы, ветераны. У них, конечно, заняло это время непорядком, дня полтора. Гонцов они пока обратно отослали с обещанием помочь. И через полтора дня отправили этот отряд на помощь. А когда отряд вошел на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было. И тел не было, только кровь повсюду. Вот так вот. И черт знает, кто это сделал. Я вот не верю, что люди такое вообще сделать могут. Ага. Короче, мне вот что стало обидно еще то, что... Представьте, вот разработчики все эти диалоги озвучивали, прописывали, а мы их просто нахуй тупо пробегаем. Вот это вот обида, наверное. И разработчик где-то такой, да сука, нахуй я это озвучивал? Кейсик. Ну, где от него ключ? Это уже другой вопрос. Опять где-то замаскированный лежит. Скажешь что-нибудь? Нет, не скажешь, ну и ладно. Твое дело. Молчи. Молчи, молча. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров к противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Ага. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай. Минут 5 у тебя в общем есть. Хорошо. Привет! Хотите выговориться? Давайте. Да. Я пока помолчу. Что случилось? Чем могу помочь? А, все понял. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Понял, это я тут лишний. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом при ударе уцелел. Но они перегоняли свою машину из части в часть. Ага. И вот там три человека. Так и пошли они на полной скорости от Москвы и на восток. Проезжали через деревни горящие, баб с собой каких-то подбирали. И дальше на заправках соляры зальют и снова в дорогу. Короче, забрались в какую-то глухомань, где уже и бомбить-то нечего. Ой, блин, сейчас из-за скриншота, возможно, будет пауза. Я понимаю, что вас уже пауза задолбала, но, блин, я люблю скриншотить. Это душевная игра. Тут у них горючее и закончилось. Фон радиационный там, конечно, был, будь здоров, но все же не такой, как рядом с городами. Короче, они разбили там лагерь, танк на пол корпуса в землю вкопали, и вышло у них что-то вроде укрепления. Палатки рядом поставили, потом со временем землянки вырыли, генераторчик ручной подстроили для электричества, и довольно долго так счастливо жили вокруг этого танка. Я с ними года два чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знал. Кто с кем, от кого, сколько, почем. Сначала у них все спокойно было. Ну там хозяйство завели, что-то посадили, что-то даже выросло. Дети у двоих родились. Ну такие почти нормальные. Боеприпасов у них хватало. Так они там всякого насмотрелись. Такие твари из лесу выходили, что он их и описать не мог как следует. Этот лейтенант, с которым мы разговаривали. А потом они пропали. Перфект, я ваше здоровье. Я поймать пытался, но у них что-то случилось. Может, генератор или передача без строя вышли. А может, боеприпасы закончились. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва.
Говорит Москва. Кстати, довольно-таки приятный момент, то, что... Проспект Мира. Этот момент был в прошлых частях, то, что Москву глушат. Фу, это Земля, третья планета Солнечной системы, говнюки. У нас аварийная ситуация. Эй, кто-нибудь точно знает, как называется наша галактика? Альфа Центавра. Не надо меня домогаться, я не такой. Ну а вдруг? Сатана. Ты меня заинтересовал. Все, кто говорят, что они не такие, они такие. Эх, никто меня не слышит. Нет никого. Если да я пройти не могу, да, к ребятам. Ответьте. Ну, турникет крутится, это самое Москва. Главное. Говорит Москва. Станция метро. А тут что такое? Командир сейчас занят. Подойди позже. Люди, если вы это живы, Цой? Ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Начальник станции. Это Москва, прием. Стройматериала. Если меня кто-нибудь слышит. Это типа разработчики? Эх. Проваливай отсюда. Тут поинтереснее. Нет никого. Ну ладно, какой он злой. Если меня сейчас кто-то слышит, может самогончику наверное. Скорее всего, это были день машиниста мы уже отмечали, маркет. База на этой неделе. Почему на английском? Сегодня произнес первое слово. Поздравляю. Ну ладно. Так, ладно, это бар у нас. Ни то, ни другое. Он сказал огонь. Вырастет, будет солдатом в папу. Стрелком. Да, в папу. Знаешь, с той ночи, когда кровососы напали на нас из бокового туннеля, я о них каждую ночь кошмары вижу. Себя вижу, как я командую своим отрядом. Они не слушают меня, у всех стволы опущены, все словно пьяные. Кровососы идут на нас прямо. Я кричу: стреляйте, сукины дети! Огонь! Огонь! А меня никто не слышит. Просыпаюсь весь в поту. Сын плачет, жена плачет. Давай-ка мы с тобой кошмары выпьем. Давай. Ни этого не слышат, ни того не слышат. Эстонский парень заходит в метро, и тут голос ему говорит: осторожно, двери закрываются, следующая станция, опаньки, вот и она. Что? Я не понял анекдота. Поясните идиоту. Думаю, в питерском метро должны быть выжившие. Там ведь есть станции, которые поглубже наших расположены. А разве в Питере метро? Нихуя себе, бармен, конечно. По краям платформы, где поезд проходит. А что, можно мне так же работать? Я хочу так же работать. Нам он ничего не налил, да? Или налил? Ну ладно. Как его вынесло с одного стакана? У них полбригады кто-то в тоннелях пожрал. Уходит человек из бедности, и все, нет его. А на следующий день инструменты его находят, или каску. От общественности, ясное дело, все утаили. И от греха подальше эти стены железные построили. Отойдите от ворот, выход закрыт, в сторону! Это еще когда вы... Так, ладно, здесь ничего интересного по диалогам нету. Опять эта женщина? Почувствуйся гламурным. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Я в животе ручит от голода, ты ничего не услышишь. Ну просто скажи, о чем это? Опять а тот я у мамы петюк. Прошу кутер с крысой и грибами. Это о трех охотниках, которые отправились на станцию Полежаевск. До или после того, как она сгинула? После, конечно. Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию никто не нападал. Это хозяин туннелей приказал жителям станции друг друга перерезать. Ух ты, круто как! Ну все, теперь иди за бутербродом. Да нихуя не круто. Я и так уже все знаю. Давай, кати за мной на своей дрезине. Ах ты дрянь мелкая! Вот мелкий наебщик, сука. Нифига себе у вас цены. Еды. Заскамили мамонта. Да прибудет с вами сила. Это просто был скам мамонта. Это был лютый скам мамонта, с ней что не так.
Здесь тетенька Айнушка появится или нет? Канистры продаю. Есть железные, есть пластиковые. Кому что больше нравится. Воды влезет, убиться можно. Нихуя себе крыс, крыски крупные, жирные. Мой двоюродный брат рассказывал, что если дети убегают от родителей, их находят мутанты. И эти мутанты едят у детей мозги. И дети тоже становятся мутантами. Ну, типа ты видишь своего друга, идешь к нему здороваться, а он раз, ррррр, и жрет твой мозг. Круто, да? Вау, клевка! Охуеть. Охуеть и не вставать, конечно. О! От Сухаревской ближайшей атомной станции туннель очень долгий, потому что Тургеневская станция проклятая и заброшенная черт знает сколько лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно большой караван набирать. Когда много народу идет, говорят, ничего особенного. Туннель как туннель, сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей тебе, ни шахт. Деться из него даже некуда. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один, и все. Поминай, как звали. Бесследно. Сталкеры говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют или что-то вроде того. Посмотришь раз, и все. Глаз не отвести. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет, в Кремль. Все ворота-то распахнуты настежь. А обратно. Помню этот момент в книге, помню. Было дело такое. Поэтому сталкеры никогда к Великой Библиотеке поодиночке не выходят. Если один на Кремль засмотрится, другой, чтобы его в чувство привел. Да мне вообще ничего не надо. Угу. Покупаю, продаю. Ну, патроны нам не нужны. Заметочка. То, о чем я мечтал. Фильтры, фильтры. У сталкеров только что разговоры. Что о фильтрах? Что вот, мол, сейчас уже нет, что новых не найдешь. А и нормальных восстановленных, и что уголь, сволочи, набивщики экономят. Так что не успеваешь фильтр на тебе провокационно крутить, как уже новым надо за новым в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкеры о фильтрах не говорили, дорожат ими больше, чем патронами. Это понятно, мутанты на поверхности могут и вовсе не встретиться. А вот отравление воздухом, там деваться некуда. Пистолет, ублюдок. Ну, давайте аптечки купим. Это только через интернет можно заказать. Шутка. Средства от всех. Ну и ладно. Смешная шутка, смешная. А ты шутник, а ты шутник. Что? Что я сделал? И зачем я это сделал, мне тоже непонятно. Ты что-нибудь скажешь? Нет, он тоже ничего не скажет. Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Вы должны уйти. Ну ладно. Пойдемте искать тогда к бару. В принципе, если мы все прошли. И здесь я не могу залезть. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Ну, все. Идем дальше. Что дальше? Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Если меня кто-нибудь слышит, никто меня не слышит. Бурбон? Будто сам не знаешь. Ну давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то за ничего не платить. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно.
Люди, если вы живы, вот дерьмо. Слышите меня? Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Угу. Шутник. За такие шутки в зубах бывают промежутки. Братишка. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? То есть все проход запрещен. Черт, граница станции. И пулемет. Все такие оружие достали, а я один зажигалку. Вроде. Кажется, все чисто. Давай. За Ганзу, за двор, стреляем в упор. Удачи. Спасибо. Давай, вперед, идем вперед. Наверх. Я хочу это соскриншотить. Да. Пошли, пацанчик. Принтскрин. Во, зашибись, прям красивый скриншот получился. Сорян. Подъем наверх. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбо. Добро пожаловать домой. Кстати, вот насчет этого всего. Нас ведь тоже часто тянет на заброшках полазить, на бункеры. Интересно, откуда такая тяга есть? Противогаз задеваем. А теперь будь очень, очень на стрёме. Советская звезда. Наверное. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры. Эти черти сталкеры. На поверхность почти каждый день лезут. Ну там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. По-моему, в метро и так полно. Иногда на их жмуров набредаешь. Оружие. Они как камень твердый, замороженный. Но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны маслины, куда добычу сосуешь. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Не, меня здесь больше интересует вопрос, почему его никто не облутал уже, если он... Ага. Вот, ну, буквально перед входом сдох. А тут и маслинок насыпала. Это нелогично. Ай. Ай. Ай-яй. Повезло, что не сваншотило. Давайте еще. У меня инфаржопа случился. Какой он шустрый. Какой он шустрый. У меня инфаржопа реально ничего не случился. Давай еще здесь отскрим рибани. Почему? Потому что я нашел схрон, мне дали вспышку. О, заметочка. С того самого дня, как я оказался в метро, я мечтал снова подняться на поверхность, снова увидеть тот волшебный огромный город из моих снов, светлый, живой город из моих детских воспоминаний, но то, что я увидел наверху призрак, кошмар, я не узнал его. Не могу больше представить себе, как я тут жил раньше, как мы жили тут с мамой. Как были счастливы, ничего не помню, даже ее лица. А ведь я так надеялся, что поднимусь на поверхность, ее лицо, ее улыбка хотя бы на миг промелькнут передо мной. Нет. Я тут совсем один. И у меня нет другого дома, кроме метро. А вот это вот на самом деле довольно-таки грустно. Так, пойдемте обратно. Не, ну блин, ловушка это пипец. Бревном по лицу. За что так жестко-то, а? Че, идем на улицу? Первая наша вылазка. Ну что, готов? И до библиотеки. Тогда двинули дальше.
Давайте пойдем за дробовиком. Значит, теперь зырь сюда. Нам ты, орангутанг! Ее можно было просто открыть. Ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, но когда базарим. Так, надеюсь, не согрелся. Пацан, начкуйся! Начкуемся. Держись в укрытии. Отлично. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут. Ну лично я называю их суками. По факту. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Да ебаный ты свет, я хочу прицелиться просто. Прыгай, я тебя поймаю! А я уже прыгнул. Все, рыбкам на корм пойдет, Артём. Да что ж мне так не прёт-то, а? Ну ладно. Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Буду писать зелененькой водичкой. У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать сзади, там есть тут позиция ордена. И не тормози. Ладно, Артём, ладно. Не ешь, шоу. Старые добрые шутки, блин. Только ностальгии. И сука, демон появился. Не типа сюда. На самом деле одному оставаться здесь довольно-таки стрёмно. Здесь такая страшная атмосфера, все скрипит. Все пищит, еще этот ебаный таракан бегает. Ой, а он меня не видел, да? Это я зря сделал, или это он за мной бежал? Я ж не убийца. Понял, это просто патруль. Я убийца, оказывается, на самом деле. Ну что он здесь делает тоже? И мне вот вопрос, если не слышат такие шорохи, то почему они не слышат, как Артём задыхается? Хотя, если так включить логику, то он же как бы за маской прячется от противогаза. Я его завалил случайно, я не хотел. Серьезно. Дверь где-то там. Где-то отсюда вот туда проход. Либо с улицы. Пора бы фильтр поменять. Здесь у нас есть, от которого у нас нет ключа. Здесь у нас дверь, от которой нет двери. От которой нет ручки, так что пойдем наверх. Получается. Сейчас должен будет сработать скрипт, где-то эта хрень должна прыгнуть, по идее. И демон летает. Так, заходим. Пососи. Что происходит? Давай, кого спасать, где спасать? Слушай, и тебе же доктор не поможет, чел. Идем дальше. Жизнь бывает разная. Для кого-то грязная. Кому-то совесть режет жизнь других людей. Так, ладно, это типа у него галюны пошли. Ой, черный. А он-то что тут делает? Я-то понимаю, ладно, мне туда надо, а он что здесь забыл? Вниз. Нихуя, не хочу стрелочку вниз.
Аптечка у нас есть. Вид из окон красивый, но довольно-таки плохо детализированный. Ладно, все-таки придется пройтись по подсказкам черного. Мне почему-то кажется, черный за всю... Прикольно, я словил, сука, выхи зазвенело. Извините, а зачем я здесь? Я слез сюда, мне начнется как-то выйти отсюда или что? Или кто, или зачем? А, мне типа еще ниже надо? Они уйдут или нет? Ну и пусть пацаны чилят. А мы типа вернулись к тому, с чего начали, или как? Они все возле выхода, да, стоят? Они слепые вроде бы, да? А вот эта вот тварь не слепая, по идее. Либо я учел, что сделал не так. Почему-то мне кажется, что... Мне надо было там куда-то зайти. Ну ладно. Я где-то проебался. Заткнулись, блядь. Пизда мне. Нас тут не пустят. Нет? То куда я по съебам? Блядь, почему он за мной побежал-то, а? Нет, я не нашел ключ, пиздец. Перезаряжай. Бля! Да. Это было зря. Это была большая ошибка. Это было очень зря. Это было большое зря. Так. Я прошел отсюда. Сюда. Сюда. А что я где сделал, не так, я не понял. Вот был я, наверное, пути, шел сюда. А мне надо было просто зайти сюда. Типа найти схрончик и получить вспышку. Все, а обратно вылезти я не могу, это мне нужно обратно просто снова-таки... То есть я, блядь, как жирный сейчас упал, блядь, с лифта, с прыжком, они ничего не услышали. А как я просто пёрнул, они услышали, да? Ну, логика. Сука, не скрипи. Я не разрешал тебе скрипеть. На улице штиль. Зачем ты скрипишь? Крепеть это нехорошо. Ладно, вспышечку мы забрали таки. Кстати, там здесь надо все внимательно осмотреть. Возможно, здесь где-то и есть ключ. Возможно, здесь где-то его и нет ключа. Ну и хуй с ним. А возможно, он где-то там в нычке был, этот схрон. Я не знаю, где
Так, здесь мы идем тоже по стелсу. Почему мы идем по хрустящему снегу, они нас не слышат, а по травке мы нас слышим. Бежим. Пиздец. Все нормально. Очень какой красивый, очень какой красавец. Эти морда. Блять, за что? Будьте морд. О. А, все, погоня прекратилась, ну ладно. Это Виктор Цой или разработчик? Вопрос на засыпку. Сука, где он? По жопе ударил. Чувствую себя каким-то отшлепанным теперь. У меня такое ощущение, что меня отшлепали. Ну не зря ж туда можно зайти. Я хотел заметку. Ну ладно, и так сойдет. Он опять задыхается. Опять галюны. Диалог черных. И это не расизм. Ау. Блин, вот я играю ночью, и эта вспышка, она так бьет по глазам. Это очень больно на самом деле было. Словить такую вспышку. Понял. Наверное. Или не понял. А, я шел правильно, значит. А здесь какой-то схрончик или что-то типа этого. Тут что-то типа Спарта. Ух ты, отсылочки. То есть типа что-то. Что-то то-то, что-то это. Но на это я бы не назвал бы нормальным склоном, а самым склоном, схроном, тайником. Что это? Двери сами открываются и закрываются. Призраки, блять, не играйте с дверями. Вот нахуя вы это ломаете? Ее и так жить помотало. Еще у меня типа нормальный стелс, да? Это момент, когда были прилеты? Или что это было сейчас? По идее, это должен быть момент прилетов, звучания сирен. Опять белая вспышка, за что? То, что я спрятался. Или как? Кстати, вот рассуждая о добрых поступках, я могу покормить собой этих тварей. Если я не убиваю, то они, возможно, заебашат еще кого-нибудь больше. То есть, правильно ли я делаю тем, что я их не убиваю? У меня всегда возникал этот вопрос, и он меня очень сильно интересовал. Ну, просто должны... Тихо. Не рычи. Не рычи. Не рычи. Хорошо. Заметано. Зря быканул, понял. Понял, не дурак. Так как
как обойти. Ну зашибись, все, это ГГ. Вау. У Артема есть банихоп. Так, как мне здесь пройти, чтобы их не заагрить? А, когда они... Я так понимаю, нужно идти, когда они отвернулись. Так, отвернись, брателло. Меня радиация контузит. Все, спасибо. Спасибо. Так, а что, куда дальше? Мы просто нашли тело сталкера или что? Смотри, я стою, я не двигаюсь. Все, отворачивайся, здесь никого нету, я призрак. Тебе показалось, малыш. У тебя мой хороший песик, а смотри, вот такие большие зубки. А то, что он стреляет, вам похуй или что? Не пизда. Я, честное слово, не хотел. Это во всем виноват Бурбон. Он спалил меня. Я не шевелился. И не надо писать. Ай. Так, мы мастера спорта по легкой атлетике, нам нужно бежать. Куда бежать, неважно вообще. Просто бежим. Просто бежим. Все? Да ёб твою мать. Не одна хуйня, так другая. Я в домике. Он же меня с машины не утащит. Да блядь. Куда идти? Подземка. А в переходе в метро. Ночью и днем. Да и девочка, которая поет. Тоска на глазах. Да блять, он там все бомбит, стреляет, им похуй. И главная цель это я, судя по всему. Он мне напоминает Хелкарта из моблы. А, мне сюда и надо было, ну ладно. Сука! Может, ты сдохнешь уже? Ладно, туда нельзя запрыгнуть. Но мне стоило попытаться. Возможно, там была бы записочка. А записочка — это очень важная вещь. Что? Я, блядь, утонул в доме. Что? Как? Что? В смысле? Как я утонул в доме? Мне срочно нужна пояснительная бригада. Я... Блядь. У меня нет слов. Я утонул в доме, народ. Сука, и меня еще бревном уебало. Ну заебись. Какой раз мы уже бревно по ебалу получаем? Сейчас был бы третий. Наверное. Или что это? Hello. Это схрон или... Я вооружился по полной. Я отправился на север.
Ну ладно, я не жалею о том, что я утонул. Мы не нашли эту запись, мы не получили вспышку. Вспышка нам нужна на хорошую концовку. Так что все окей. Вау. И теперь идем дальше, поможет. Вот здесь главное снова не утонуть. Сука! Там растяжка была. Почему я ее в прошлый раз не заметил? Я теперь чувствую себя каким-то мамонтом. Да блядь! Ничего нету, не... Все, надо побыстрее уйти, чтобы не утонуть. Так, ладно. Для нас тут лампа. Ой, он крыс откормит. Только это не крыски. А что за... Какая-то другая нечисть. Это скорпионы, наверное. Что меня опять белым насветило? Я чувствую, это наживка на меня. Чисто такая дорожечка из этих, из патронов. Чтоб получить шапалаху от кого-то. Я не пойму, я что, в канализацию провалился или как? Пизда. Сука. Попытка номер два. Ладно, это как Хантер отправлялся к нам. Так, здесь никого, ничего опасного нет, так что мы можем просто пробежать. И стрелса никакого не было. Так, сюда забираем патроны, вот здесь забираем патроны. Здесь ничего не было. Так, идем дальше. А, мы даже можем гранату забирать, не кило. Вот это довольно-таки неплохо, что я могу гранату забирать такие, в таких местах. Что он пищал? Возможно... Я порой не понимаю эти перепады света. Конечно, игра старая, возможно... Ёбаный шашлык. Сказать, возможно, это игра старая и просто как бы баги, но они меня реально напрягают. Чел просто прилег отдохнуть возле мусорки, возле своего дома. Он просто отдыхает, он просто чилит, пока мы ебашим. Да-да, хорошего это мнение о своих друзьях. Подожди, я хочу облутать. Не зря же здесь окошко открыто? Или зря? Нет, не зря, смотрите. Какой-то обход. Да блять! Нам сюда и надо. Ключ с желтой повязочкой. Или так свет опять падает. Искривленно и сломано. Судя по всему, нам куда-то вот сюда надо. И там будет этот сундучок. Я надеюсь, они ко мне не прискачут. Я ж там в тусе не участвую, я их не обижал. Я их не трогал. Это он сам нарывался, это его проблема, ребят. Давайте не будем, типа, до меня, с меня спрашивать для его базар. Он говорил, что он раскидает. Да ля ты, псина. Неблагодарная, сука. Аптечкам тоже херовая беда. Мне интересно, какие-то... Дай... Иди же пассатижа. Где нахуй... О!
понял. Значок сталкера. Записочка. Мы проебали одну записку. Господи, как же я рад был встретить тут другую живую душу. Пусть это был и Бурбон, да и он мне был рад. А ведь мы с ним не друзья, а так случайные попутчики. И все же тут на поверхности поднимаешься. Один человек должен держаться за другого, потому что все остальные, с чем приходится тут встретиться, столкнуться, враждебные, смертельные, опасные, чужое. Домой, домой. Да блять. Угу. Нормально, 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 живем, живем. Вот это вот хорошо довольно-таки. Мы главное записочку нашли. Е-е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 
брось, то уронишь. Я типа понял, они мне типа туда выйти не дадут. Они меня теперь запинают, да? Ну да, они меня запинали. Что, так у меня сохранилось то, что я забрал? Так, у меня сохранилось то, что я в нычке был? Нет, не сохранилось. Понятно, надо забрать все. Главное, что записка сохранилась. Это очень важно. Главное, желтый снег не есть, помню. Совет номер один. Совет дня от дяди Бурбона. Не ешьте, дети, желтый снег. Ладно, там ничего нет, идем просто за бульоном. У меня таймер тикал. Блять, уйди, ебанько. Ой, лучше бы я этого не делал, да? Че, давай, как мужики один на один. А кто мне пиздануть успел по дороге? Да ебаный в рот. Волшебный восход. Что? Все, я мертв. Меня больше нет. Давай как опоссум притворимся мертвыми. Может, это прокатит все-таки. Так, куда мы упали вдвоем? В закрытую комнатку. Довольно-таки интересно, интересно. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее. Спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Блять, я случайно, пацаны. Я не хотел. Но неправильно. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Уже час ночи, блин, сегодня такая тяжелая смена была. Да и я немного приболел. Чего я тут? Помню эту решеточку. Просто черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Бурбон, бурбон. Первый пошел. Все в норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так не хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину?
Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Да, неправильная братва. В этом метро плодится неправильная братва. Они дают неправильные... Что они челнокам вообще дают? Неправильные патроны? Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. На самом деле, этих ребят понимают, тоже бы очковал бы смотреть и залазить в канализации. Все, его калаш теперь мой. По праву. Все, готово. Нам в эту сторону вылазить или в эту? Или в какой душе угодно. Или на этом прекрасном моменте мы и закончим выпуск. Всем огромное спасибо за просмотр. До скорых встреч. Увидимся в следующем ролике. Всем пока.